Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вы же хорошо знакомы с ночной жизнью экотехнопарка SkyWay. Днем тоже здесь работа не прекращается. Мы с вами сейчас находимся возле первой анкерной опоры грузовой линии. Уже завершена установка опалубки, арматуры и также закладных элементов с анкерными соединениями. Мы выждали момент небольшого затишья, чтобы было потише. Тем не менее, просим прощения, если какие-то звуки все-таки проникают сюда. Сегодня здесь будет залито 120 кубометров бетона. Я думаю, что долго разговаривать не имеет смысла. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому предлагаем вашему вниманию, мне кажется, очень радостную и красивую картинку. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и в вашей жизни все будет кучеряво. Строй SkyWay! Спасай планету!